Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим куриные котлеты. Таких вкусных куриных котлет вы еще не пробовали. Итак, нам потребуется 350 грамм куриного фарша, лучше взять фарш с окорочков, 250 грамм куриного филе, 40 грамм манной крупы, половина луковицы весом 50 грамм, 2 дольки чеснока, 400 миллилитров холодной воды, 1,5 столовые ложки томатной пасты, смесь перцев, черный молотый перец и соль. Совсем мелко порежем лук. Чем мельче, тем лучше. Чеснок можно мелко порезать или измельчить с помощью пресса. Некрупным кубиком порежем куриное филе, так, чтобы оно попадалось кусочками, но было не совсем крупным. Вот таким образом. В чаше смешиваем манную крупу, лук, чеснок, порезанную куриную грудку. Сюда же добавляем куриный фарш. Сюда же добавляем 1/3 чайной ложки черного молотого перца. Соль добавляем по вкусу. Я добавляю 1,5 чайной ложки. Добавляем 100 мл воды. Теперь необходимо все хорошо размешать в однородную массу. Приготовим заливку, добавим неполную чайную ложку соли, пол чайной ложки смеси перцев. Если смеси перцев нет, можно добавить черный молотый перец, но не больше, чем пол чайной ложки. Сюда же добавим томатную пасту. Томатную пасту лучше брать хорошего качества, более красную. 1,5 столовые ложки. Все хорошо размешиваем. Во время приготовления часть воды выкипит, и подливка будет более густой. Чашу мультиварки ничем не смазываем, влажными руками формируем котлетки и выкладываем на дно чаши достаточно плотно друг к другу. Вот такие котлетки получились. Заливаем томатным соусом, закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме тушения 30 минут, для этого уменьшим время. Курица готовится достаточно быстро. Нажимаем старт. Прошло 30 минут. Вот такие котлетки в томатном соусе получились. Гарнир для этих котлет подойдет любой. У меня сегодня макароны. Вот такие очень нежные, сочные куриные котлеты получились. Фарш вперемешку с кусочками мяса очень вкусно и необычно. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного аппетита и до новых встреч!